Согласно принятому документу, на время проведения чемпионата мира по футболу вводится запрет на розничную торговлю алкогольными напитками в стеклянной таре в радиусе 500 метров от стадиона «Фишт» и фан-зоны в Сочи. Аналогичные ограничения вводятся вокруг баз, команд и тренировочных площадок на территории Анапы, Краснодара и Геленджика. Комментируя принятое решение, председатель Краевого законодательного собрания подчеркнул необходимость предотвращения любых происшествий с участием футболистов. Фанатов. Нам не нужны эксцессы с участием фанатов, которые могут привести к серьезным репутационным потерям для организаторов чемпионата. Все мы представляем, что такое толпа агрессивных болельщиков, тем более пьяных, заявил спикер. В рамках чемпионата мира «Фишт» примет 4 матча группового этапа: Португалия, Испания, Бельгия, Панама, Германия, Швеция, Австралия, Перу и 2 матча стадии плей-офф 1/8 и 1/4 финала. На Кубани также создан базы и тренировочные площадки для 6 команд-участниц. Краснодар примет сборную Испании, Сочи – сборную Бразилии и Польши. Спортсмены из Дании будут размещаться в Анапе. Сборные Исландии и Швеции – в Геленджике. Все объекты передадут Оргкомитету «Россия-2018» 30 мая. Олеся Давыдова, Виталий Кущ, 39 канал.